Станица Анапска зафиксировано несколько случаев нарушения правил благоустройства. На улице Красноармейска, 42, ведется строительство дома. Около забора, перед двором, гора песка и строительные блоки. Собственница земельного участка выслушала все претензии сотрудников администрации. Свою вину женщина не отрицает. На нее составили протокол об административном правонарушении. Позже комиссия решит размер штрафа. От предупреждения до 1000 рублей. 15 января будет административная комиссия, на которую вы придете. Ну, если уберете, фотографии принесете, если есть возможность. А, и песок убрать? Конечно. Песок, все строительные материалы, то есть блок и песок. В течение 3 дней хозяйка пообещала, что все будет убрано. Дальше по улице рейдовая группа обнаружила дом, где тоже имеются явные нарушения благоустройства. Строительный забор отсутствует, мешки с цементом перед двором. Мало того, горой песка перекрыта проезжая часть. Ваше это? Да, мое. А почему на территории общего пользования высыпаете? Ну, нарушайте правила. За сегодня должны все убрать. Правила благоустройства. И потом это все я буду тоже благоустроивать. Когда сможете убрать? Сегодня не будет уже. Уберете? Да. Значит, мы сейчас составим на вас протокольчик. Подошедшего комиссии координатора ТОС сотрудники администрации попросили активнее работать с жителями станицы, чтобы тем разъясняли правила благоустройства. Никакие строительные материалы не должны находиться на придомовой территории. По улице Шевченко у вас? Да. То есть там вообще у... чуть ли не у каждого двора вот эти вот строительные материалы. Люди прям выходят и ругаются с нами. По поводу чего? Нам, почему квартальные нам не сообщают? Почему квартальные нас не предупреждают? Власти города продолжают заботиться о чистоте и внешнем виде курорта. Поэтому мониторинг по благоустройству Анапы будет проводиться ежедневно. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.